вами пластилиновая Лена. И сегодня будем с вами рисовать, ну, очень популярного героя. Берем желтый, создаем овал, далее мы его закрашиваем, потом колбасками мы выкладываем вот такой контур тела. Также его закрашиваем. Из двух овальчиков мы создаем лапки. Потом из двух длинных толстых колбасочек мы создаем верхние лапки. Из двух колбасочек делаем ушки, заостряем обязательно их. И из трех колбасочек делаем вот такой в виде молнии хвостик. Ну, я думаю, вы догадались, кто у нас здесь получается. Из черных двух шариков мы делаем глазки. Из маленького шарика мы делаем носик. Из тоненькой колбасочки черной мы выкладываем ротик. Добавляем черный на ушки. Из белого делаем блики, а из красного делаем щечки. И ротик. Стеком прорисовываем пальчики. И вот такой Пикачу у нас с вами получается. Пиши в комментариях, что хочешь научиться рисовать пластилином в следующий раз. Ну, а этот рисунок попробуй. А фото получившейся работы присылай ко мне в телеграм-канал.